Так, всем добрый вечер. Сегодня у нас обзор вот такого музыкального центра. Это у нас Aiwa ZD9100. Японец из 90-х годов. Аппарат полностью рабочий. Значит, состоит из 5 блоков. Первый блок — это проигрыватель CD-дисков. Вот, не путать с MP3. Можно загрузить 3 диска, Changer, и слушать их. Дальше магнитофон с функцией калибровки пленки, счетчиком, ленты и так далее. Вот. Эквалайзер. Эквалайзер позволяет настроить 3 пика. Сейчас включим что-нибудь. Пик 1 можно настроить по частоте и по амплитуде. То есть вот мы двигаем по частоте его и меняем амплитуду. Это будет первый пик. Пик второй можно настроить также по частоте и по амплитуде. И пик третий. Вот. Параметрический эквалайзер. Дальше, соответственно, сам блок. Вот. Можно также еще добавить высокие и низкие частоты. Здесь дополнительно есть. То есть басов и низких. Низких и высоких здесь больше, чем достаточно. То есть можно еще убирать. И, соответственно, тюнер. Давайте начнем с тюнера. Зайди в магазин «Море сумок», и вас подхватит волна желаний и возможностей. Сегодня обсуждаем тему «Самая горячая ночка», «Пятничка». Очень хороший прием. Значит, что пишут наши слушатели? Вот такой. Дальше. Самый запоминающийся, ну не обязательно горячий, да, запоминающийся ночь, это когда я познакомилась со своим мужем. На набережной города Волг. CD-диск. Например, выбираем первый диск. Кассетная дека. Также в основной блок установлен модуль Bluetooth 5.0, но без вмешательства в схему. Выведено сзади два провода, которые подключены, можно подключить либо к видео 1, либо к видео 2 входу. И тем самым как бы Bluetooth превращает этот музыкальный центр в достаточно современный девайс. Можно подключиться к телефону, к телевизору или к ноутбуку и слушать музыку на нем без проводов. Что очень удобно. Всем спасибо, хорошего вечера.